и доволен своей личной жизнью. Ну, вы знаете, что моя супруга скончалась 8 лет тому назад в Москве. Я ее очень любил. У нас была очень интересная, богатая, такая личная жизнь, содержательная, интеллектуальная. Ну и у нас, и, конечно, дети хорошие. Но каждый родитель хвалит своих детей, это естественно. У меня дочь и сын. Я им очень доволен. Правда, я тяжело переживаю, что я в разлуке с детьми и с внуками. У меня внуки есть. Ну что? А? Сколько? 5 внуков. Ну, потому что и дочь, и сын, они семейные. Ну, а что делать, судьба? А я вам сказал, что при всех трудностях я своей судьбой доволен. Я доволен своим.